Всем привет из дачной Купавны. Это короткое видео по просьбам зрителей, которые просили рассказать рецепт быстрого пирога к завтраку. Он между делом мелькнул в моем недавнем ролике и неожиданно заинтересовал многих. Что ж, с того эпизода и начнем. Вот, готовлю на завтрак пирог вот такой быстрый. Я считаю, он такой вот самый дачный вариант к утреннему кофе. На самом деле такой пирог я готовлю не только по утрам для себя, но и часто палочка-выручалочка, что называется, когда гости на пороге. Готовится буквально за полчаса и даже меньше. И никогда не надоедает. Готовь хоть каждое утро. Потому что начинки можно менять в зависимости от настроения, от вкусов едоков и от того, что найдется в холодильнике. Главное, чтобы был запас слоеного теста. И не забыть его достать заранее из морозилки, чтобы оттаяло. Итак, перво-наперво включаю духовку на 220 градусов. И пока она прогревается, на противень кладу кулинарную бумагу и приступаю к пирогу. Обычно я использую вот такое, слоеное бездрожжевое тесто. В упаковке два таких листа. Нам достаточно одного. Теперь начинка. Она может быть любая. Творог с вареньем, например. Или фарш с мелко накрошенной картошкой, слегка обжаренной на сковороде. Это когда время есть. Или ветчина и любая колбаса. Для сегодняшней начинки я взяла одну большую луковицу, рулет из мяса птицы, будет достаточно половины вот этого куска, и один брикетик сыра «Дружба». Можно другой сыр по вашему вкусу и по тому, что имеется у вас в холодильнике на данный момент. Аккуратно раскатываю тесто и укладываю на противень. Затем мелко накрошила луковицу и тонким слоем распределила по тесту. Второй слой мелкими кубиками рулет куриный. И третий слой сырок «Дружба» через терку. Ни соли, ни других приправ к такой начинке не нужно. И так все вкусно из-за рулета, из-за колбасы, которую вы используете, ну и так далее. На этом можно завершить. Но я обычно вишенкой на торте добавляю яйца. В начинке делаю углубление, гнездышки и разбиваю по яйцу в каждое гнездо. Теперь на яйца можно посыпать соли немножко и перца по вашему вкусу. Количество яиц тоже на ваше усмотрение. Можно по количеству едоков сориентироваться. Вот тут у меня 4 яйца. А здесь как-то готовила 3 яйца, видимо, больше не было в холодильнике. Повторюсь, и без яиц вкусно, пальчики оближешь. Пока занимались пирогом, духовка как раз прогрелась до нужной температуры 220 градусов. Все, пирог отправляем в духовку минут на 15-20. Тоже зависит от вашей духовки. В моей домашней у меня выпекается без проблем за 15-17 минут. А здесь на даче духовка времен царя Гороха. Нужно следить, переставлять пирог то пониже, то повыше. А в конце и вовсе фольгой часто прикрываю, чтоб верх не подгорел. Ну вот, прошло 20 минут. И вот такое аппетитное яство к завтраку. А какой соблазнительный аромат по всему домику! О, любой Соня за Соня проснется и прибежит к столу. Звать никого не приходится. Обвиняются вулканы. Ученые установили, что именно вулканы в далеком прошлом разгромили биоразнообразие планеты. Правда, сделали это несколько... Приятного аппетита всем! До новых встреч в моем саду!